И снова здравствуйте! Сегодня у меня к обзору посылка. Это посылка из интернет-магазина Купаты.ком, где продают все необходимое для изготовления колбасы и других вкусностей. Сложно купить одновременно вкусный, качественный и натуральный продукт. Я для себя открыла отличный магазин, в котором есть все для того, чтобы в домашних условиях очень легко и просто приготовить домашние колбаски. Качество и свежесть продукции гарантируются необходимыми документами. На моем канале есть видеоролик, как я готовлю ветчину домашнюю. Там я использую нитритную соль, и мне задают очень часто вопрос, где ее купить. Вот она, 1 килограмм 300 рублей. Также здесь я заказала череву. У меня черева здесь свиная, но можно купить баранью, говяжью. Она в соли, поэтому в холодильнике хранится год. В морозильной камере, конечно, еще дольше. Так что можно заказывать. Также я заказала приправу. Это приправа для купат. И вот такой шприц колбасный горизонтальный. С помощью такого шприца легко и просто за считанные минуты можно приготовить очень вкусные колбаски. Ссылочку на этот магазин я, конечно же, в описании вам оставлю. Зайдите, посмотрите, так как там товаров очень много. Также в этом магазине есть разные термометры, весы, мясорубки, насадки для мясорубок, тендерайзеры, ветчинницы, грили, коптильни, расходные материалы. У меня, конечно, есть мясорубка, на которой тоже можно делать колбасу, так как специальная насадка прилагается. Но мне неудобно. Я пробовала несколько раз делать колбасу при помощи мясорубки, мне не понравилось. Прежде чем заказать себе такой шприц, конечно же, я посмотрела несколько видеороликов, как без особых усилий он равномерно наполняет начинкой тонкую оболочку. Собирается и разбирается этот шприц очень просто. Не нужна никакая инструкция, все интуитивно понятно. Сам шприц изготовлен из нержавеющей стали и вмещает в себя 3 килограмма фарша. Процесс установки: очень надежная станина крепится двумя струбцинами к столешнице. И благодаря такому креплению, конечно же, шприц будет устойчивый, и в процессе набивания оболочки колебания будут исключены. А я на этом с вами сегодня попрощаюсь. Спасибо, что вы были вместе со мной. Если вам было полезно это видео, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До новой встречи, до нового видео. Пока-пока!